День первокурсника каждый год – это огромный праздник для нас, огромный. Потому что новая плеяда талантливейших школьников, бывших, приходит в стены университета. И мы питаем каждый раз огромные надежды, понимая, что из вас состоит будущее медицины вообще и университета в частности. Поэтому я вас от всей души поздравляю. Но самое главное, желаю вам, знаете, понять, что у вас год, а пока только медицина. Только медицина и только знания. От всей души поздравляю вас, поздравляю ваших родителей, поздравляю наш университет с этим замечательным праздником, приемом нового ряда первого курса. Праздник. Вы выбрали удивительную специальность. И эта удивительная специальность, она на самом деле открывает перед вами все границы, которые не откроет ни одна специальность, которая существует в мире. Все те возможности, которые предоставляет медицина, они абсолютно удовлетворяют все потребности любого человека в любой специальности. Поэтому вам в действительности искренне повезло, и я искренне вас поздравляю с тем, что вы стали первокурсниками, но держитесь. Атмосфера сегодняшнего зала наполнено счастьем, это прямо ощущается. Ну, в первую очередь, это счастливые лица первокурсников. Вы герои сегодняшнего дня. Именно вам мы можем сказать, вы молодцы. Перед вами открыты все дороги. Учитесь, дерзайте, становитесь настоящими профессионалами. И пройдет совсем немного лет, и мы ждем вас в стенах наших учреждений высокими профессионалами. Поздравляю! Уже начиная с первого курса, вы можете участвовать в конкурсах городских и при этом за эти знания получать и призы, и даже денежные вознаграждения из бюджета Санкт-Петербурга. Поэтому я настоятельно советую вам не останавливаться исключительно на изучении латыни, а в том числе смотреть по сторонам и думать, где еще вы можете применить уже тот багаж знаний, который вам дали преподаватели школ, которые вам давали ваши родители, которые действительно каждодневно. Анатолий Франц как-то сказал о том, чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом. Так вот, я вам желаю хорошего, здорового аппетита. С праздником вас! Корпорация врачей, корпорация медсестер, психологов, специалистов по адаптивной физкультуре – это мир, в который нет входа чужакам. Вы пришли, потому что вы свои. Будьте своими, пронесите счастливо это через вашу профессиональную жизнь. Я очень надеюсь, что все, кто здесь сидит, точно так же будут сидеть в тот момент, когда мы будем вручать медали трем лучшим выпускникам нашего вуза, красные дипломы тем, кто обучался на отлично, и дипломы тем, кто смог с честью закончить высшее образование. Я поздравляю вас с поступлением на первый курс. Счастливого пути, ребята! Любимое название «семерка», и многие выпускники ее называют любовно действительно «семеркой». В 7-й аудитории лекции читали, вы видели фильм сегодня, такие замечательные ученые, великие педагоги, как Кот, Привис, Дженелидзе, Ланг, Алмазов, Углов и многие-многие другие. Вы будете обязательно сегодня на пятаке. Это наше любимое место, место встречи наших преподавателей, наших выпускников, студентов. У нас есть еще много любимых мест, например, памятник погибшим медикам. И я еще раз присоединяюсь ко всем поздравлениям. Желаю вам хорошей учебы и активной общественной жизни. Поздравляю вас. Наверное, все-таки самый главный праздник сегодня у родителей. Вот родители сдали своих детей. И теперь уже ВУЗ, конечно, имеет очень серьезное, так скажем,
обязательство выпустить врачей. Найдите себя. У нас очень много возможностей, и мы вам все эти возможности даем. И это очень важно, найти возможность самому выбрать эту возможность, да, иметь правильное представление, что вы хотите добиться в этой жизни. И вот если вы это сделаете, то к окончанию вуза вы, в общем-то, будете уже, ну, почти сложившимся специалистом. Вот я вам желаю, чтобы все 5 лет при обучении на стоматологическом факультете вы прошли с вами комплаенсы. И со своей стороны декана стоматологического факультета при вашем комплаенсе, при вашем взаимопонимании с сотрудниками деканата обеспечит вам еще одно популярное в медицинском кругу сейчас изречение – это доступная среда. Поэтому наша основная задача – вас научить учиться. И мы поможем стать вам самостоятельными людьми, которые стремятся всегда к самосовершенствованию. И я надеюсь, что вы самостоятельно сделали свой выбор, что вы все здесь находитесь, потому что это вы приняли это решение. Никогда не переоценивайте силу обстоятельств. Они у всех одинаковы, а результат разный. Добрый путь, и пусть удача будет с вами. Я желаю вам, чтобы вот это желание заниматься медициной у вас не пропало ни из-за каких трудностей учебных, потому что медицинская специальность, она очень тяжелая в обучении. А чтобы наоборот, вы крепли в этом желании, и чтобы вы закончили университет, и чтобы в тех странах, где вы окажетесь после окончания, вы вспоминали его как, ну, как второй дом. То есть, пожалуйста, моя вам рекомендация, если хотите, просьба, используйте эту возможность. Приходите работать в университет, не закончив еще даже университет, не получив врача, с тем, чтобы, во-первых, узнать специальность, чтобы осознанно затем работать в ней, обязательно получить диплом, и все у вас получится. А мы в этом вам обязательно поможем. Еще раз поздравляю. Ну, невозможно представить первый мед без традиции капустников. Почему капустник? Не знаем. Позаимствовали у театралов, позаимствовали у Станиславского с капустным пирогом. Почему театр? Ну, очевидно, потому что и медицина, и театр в творческом плане, очевидно, какие-то близкие понятия.
нечаянно удалили селезенку. Командор, держите новый тональный крем, который поможет замаскировать все ваши врачебные ошибки. Падающее давление! Всем загадать желание! А почему вас бросила первая девушка? Что-то не срослось? Несчастный случай! Вечером в поте брожу один, я на стройку опять забрел, балки шатаются. С виду крепкий я был пацан, но кость разрушается. Я ж тебя так крепил, так крепил. Что ты ждала меня, моя арматурина? Я ж тебя так варил, так варил. Но ведь ты дала трещину. А вылез от течения, поможет сотрясение. И не надо притяжения. Пиши историю болезни тушью от Макс Фактор. Тушь Макс Фактор придаст вашей истории болезни объем и выразительность. Что мы хотели показать вам миниатюрой? Мы хотели бы вам сказать, что, несмотря на все сложности в профессии врача, относитесь ко всему с юмором. А поможет вам в этом капустник! Во время принятия клятвы прошу всех повторять вместе слово «клянемся». Мы, решившие посвятить свою жизнь благородному делу, получая звание российского студента, перед лицом своих учителей и товарищей, клянемся не жалеть сил в изучении медицины, помни, что приобретенные знания будут нужны людям. Клянемся быть верными продолжателями российской школы медиков и приложить все силы для дальнейшего прогресса медицинской науки. Клянемся. Где бы ни были мы, высоко держать марку первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Ивана Петровича Павлова и быть верными его академическим традициям. Клянемся! Клянемся! Студенческого билета и символический студенческий билет от лечебного факультета отделения спортивной медицины отделения клинической психологии получает Дарья Вячеславовна Пивоварова. Прошу вас подняться на сцену. Поздравляю вас! Вы теперь студенты-первокурсники лечебной факультеты. Студенческий билет от стоматологического факультета получает Орлова Елизавета Юрьевна. Студенческий билет от педиатрического факультета, факультета адаптивной физкультуры получает София Леонидовна Пак. Поздравляю вас, Мария. Студенческий билет от медицинского факультета иностранных студентов получает Маделейн Элмтон. My congratulations, dear colleague. От Института сельского образования получает Якобсон Полина Николаевна. Поздравляю вас. Удачи. Кто слышит на курсовом этапе собрания?